Дмитрий Шепелев поссорился с отцом Жанны Фриске. Отец Жанны Фриске намекнул на конфликт с Дмитрием Шепелевым. Отец Жанны Фриске Владимир Борисович в студии программы «Прямой эфир» дал очередное интервью, в котором поделился подробностями лечения его дочери. Во время интервью отца Фриске несколько раз спрашивали о супруге его дочери Дмитрии Шепелеве, но он холодно отвечал на подобные вопросы. И только в одном из вопросов Владимир Фриске развернуто прокомментировал старания Шепелева для лечения Жанны. «Да, Дмитрий много делал, он ездил и договаривался с ними, но у нас были споры, потому что он слушал именно тех врачей, которые дали вакцину, которая помогла, он именно на них сделал ставку. Я предлагала все попробовать других врачей, а он не соглашался», – вспоминает Владимир Борисович. «На ней испытывали все эти лекарства, я это потом понял. Дима предлагал эту вакцину Абдива. Я согласился, но когда она приехала оттуда, я заметил, что она начала очень тяжело это переносить. С каждым разом ей все хуже и хуже становилось. Он отправлял это врачам в Лос-Анджелес. Те ему что-то говорили, но он никогда не объяснял нам, что именно. Это меня всегда и бесило. Я чувствовал, что это что-то не то, не то лекарство. За два дня до того, как должны были делать вакцину, я не находил себе места. Мы выезжали даже со двора, и перед нами ворота падали, чтобы нас остановить. Напомним, около двух недель назад от рака головного мозга умерла известная российская певица Жанна Фриске».